Я хотел представиться, меня зовут Максим. Всем доброго дня, с праздником мужчин. Во-первых, я горжусь тем, что сюда приезжают иностранцы. Ко мне приехал мой друг Джеймс, он родом из Канады. Все-таки не так плохо все, как кажется на первый взгляд, но можно было бы сделать лучше. Я считаю, что проблема не там наверху, проблема здесь, внизу. Мы должны быть более, я не знаю, относиться более лояльнее друг к другу, потому что... Активный. Ну, смотрите, простой пример, когда человек улыбается и ведет себя, ну, как-то дружелюбно, то люди его воспринимают... Более толерантно. Да, более толерантно, да. То люди его воспринимают как бы, ну, каким-то странным. Ну, у нас в Молдове люди не такие уже приветливые. Смотрят на тебя так странно, что ты, откуда этот чувак? Не только у нас. Нет, ну, я говорю конкретно вот за нашу страну, за Молдову. Да. Но воровство за то, что мы не активны, воровство. Да, я хотел сказать, что люди перестали быть активными, потому что, ну, каждый, ну, своя рубашка нищета, ближе к телу. Потому что нищета. Они... Нет, нищета это не та причина. Мы должны быть более активными, ну, что я имею в виду. Мы должны выражать свои мнения. Ну, не только в Фейсбуке сидеть и листать ленту. Мы должны хотя бы как-то, ну... На площади. Конечно, конечно. Это подрыва коррупции, да? Конечно. И в Фейсбуке тоже можно выражаться. Там есть группы, платформы любые. Да, я с этим согласен. Но я имею в виду, что, ну... Мы не должны просто листать ленту, мы должны как-то действовать. То есть, комментировать, ну, конечно, и конечно. Писать. Да. Но наша деятельность, она не должна развиваться только в просторах интернета. Мы должны выходить на улицу, мы должны свое мнение... защищать на улице, да. Ну, доводить до общественности. И я думаю, что это нормально. В 21 веке закрыться просто в... всемирной паутине. Главный вопрос какой? Самый главный вопрос. База какая вам? Смотрите. Да. Вообще у меня достаточно широкий такой вопрос. Это проблема менталитета. Мы потеряли менталитет, понимаете? У нас нет языка как такового, ну, чистого, чистый румынский язык. Да. Мы его потеряли, он... Наша речь, она русифицирована. Ну, мы можем... Русская речь румынифицирована. Нет, я вам сейчас объясню, смотрите. У меня языковых... Вы вообще понимаете на мужа? Я прекрасно разговариваю на румынском, но ввиду того, что мне... хоть немного говорить. Окей, я хоть вопрошу румынского. Дали чину в орбит. Но вы мне не дали договорить. Я говорю, мне более удобнее изъясняться на русском языке. Но, что я хотел сказать? Проблема в менталитете. Мы потеряли менталитет. Если люди станут... более лояльными. А сами любите или уважаете румынский язык? Смотрите, я вообще ничего против не имею румынского языка. Я считаю, что этот язык, это наша история. Я не знаю, как на русском, но... Ну, я улавут позиция думаю. Улавут, да. Смотрите, это наша история. Чиной на вемнями к партии русанской пиной, она тоже нас не понимает. Но мы против народа русского, мы ничего не имеем. Конечно, мы должны дружить с каждым. Мы против коммунистов и социалистов. Мы против вот этой системы, потому что она забита. Смотрите, я хотел прежде всего... Пирин, дворогла микрофон, Пирин. Я в политику не лезу. Политика это, ну, такое грязное дело. Я по большей части являюсь... Вы говорите, когда вот... Просто нейтральным человеком со свободным мнением, то есть... Я не танцую там для какой-то партии, не представляю ничьи интересы. Это просто мое мнение. Ну,
А объективное, ну или ну, вот, просто субъективное, вот, это уже решать ну, вам. Ну вот политики, зовите зарплаты, зарвите. Они послушайте, будут воровать, пока мы им вы понимаете, воровать. Что это вообще абсолютно, это дебри, это другая тема. Почему президент Германии взял на 1% кредит, и он подал в отставку? У нас, если мы будем выходить на площадь, они не будут воровать. Столько мы так я вам что сказал? Я вам что сказал? Рыба тухнет не только с головы. Ну как? Рыба тухнет с головы, ну а дальше уже, понимаете, это всего лишь пропаганда. Это, ну, мы должны бороться с коррупцией. Так, я в сказал, основном вы конечно. Молодые. И я в том числе. А вы знаете, что на сегодняшний день происходит с молодыми? Они уезжают из страны. А знаете почему? Потому что здесь не дают вообще никакого развития. Конечно. Коррупция, а что? Зарплаты 250 евро. Я в Италии за 2 дня. У меня завтрак 100 евро стоил. Извините, конечно. Ну. Кто на что учился? Окей, спасибо. Пицца, паста, макарони. Hi, Alto.